Мы обещали им остановиться возле руин. Думаешь, стоит их будить? Не знаю. Давай заедем по пути в аэропорт. Мы же не заедем. Скорее всего. Ну да. А как вы познакомились? Это было 18 лет назад. Мы вроде как влюбились. От создателей фильмов «Перед рассветом». А 10 лет спустя снова случайно встретились. И «Перед закатом». Нет, не так. Я узнала, что он написал книгу и разыскала его. Как романтично. Если бы мы сегодня впервые встретились в поезде, ты бы заговорил со мной, попросил бы с тобой выйти. Конечно. Это место наполнено тысячелетиями мифов и трагедий. Я думала, произойдет что-то трагическое. Еще нет. Еще нет. Села. Ты вечно таращишься на девушек. Я не таращусь. Я занимаюсь с ними любовью взглядом. Ну надо же. Да. Я связалась с американским подростком. Где моя команда? Ты мне очень близок. Да. Но иногда мне кажется, что ты дышишь гелием, а я кислородом. С чего ты взяла? Я хотела услышать что-то романтическое. Ладно. Итан Хоук. Ты настоящая королева дурдома. Точно тебе говорю. Жюли Дальпи. Вот так люди и расстаются. О, Господи. Поверь мне, тот парень, которого ты смутно помнишь, тот милый романтик, это я. «Перед полуночью» — фильм Ричарда Линклейтера. Почему? Ну почему меня так тянет к этой женщине? Успокойся! В кинотеатрах с 11 июля.